Узнайка. Узнайка, что такое Versus Battle. Наверное, битва против или противостояние звучат недостаточно круто, а вот Versus Battle само то. В 1980-х годах в США начали проводиться соревнования рэперов – рэп-баттлы. В рэп-баттлах два исполнителя читали рэп, сочиненный на лету, а-ля фристайл. Победители определяли судьи или зрители. В наших реалиях исполнители заранее пишут и разучивают тексты, и как детишки на утреннике зачитывают их перед зрителями.